вас какого урона? Сразу собирали летящие внизу. Первого на долбиночку, и шлягер садится вместе. Потом котеешь и рога. Остальные сыграли сразу, ребят. Сферы стали и нормально. Блять, хуй спиздишь у этих челов, блять. Кас нахуй. О-о. Успел, помнит, нет? Я хуй сдох, блять. Пиздец, я хуй. Берн. Я хуй в стильте, короче. Покажи нахуй по 25 тысяч, сука, пролетает. Потому что ты не перекидываешься, блядь, обратно не пьешь. А, блять, у нас БР. Причем есть 25 тысяч. О, по кумекам отъехал. О, это уже Никита. В одну цель мельки ворвались. А, пивной. Давай сюда. Бля, я хус умер нахуй. Надо на покумеку перекинуть. Так. Бля, нихуя не вижу. Так. 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 Взлетели, в одну цель играют. Давай, 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 давай. Сейчас главное ласт фаза, ребята. Она решит, кто где срет, блядь. Отлично. Фулл фокус. Фулл, блядь, фокус. Яхус. Яхус опять. Ребят. Поехали. Саня, еще раз говорю, на максимале раньше в сторону камеру уводишь, чтобы посередине... Фулл фокус, блядь. Да ладно, ладно, блядь. У меня все получится. Поехали, у меня все получится! Крицу и отлетаем в сторону. Так, я что-то нажал. Благодарю тебя. Блять, ну братик, ну вечного, и сейчас. Бесконечного тебе благодарного. Ты чё, ты вечного, чё? Вечного, бесконечного тебе преисполненного. Ну и парить, и порхать. Творить и вытворять в свободе, в благодати, во вдохновении. Гореть, полыхать и пылать звездным свободным пламенем неизбежной данности. Абсолюта все возможности. Благодарю тебя, что ты есть. Привет, Саня. Куча. Хорошего охуеть, стрима. Блядь. Дракон красивый ППЦ. Сам я в WoW играл когда-то давно, в 2005-2006 годах. Ну, я, блядь, нажимаю. Максимум, что помню, это Малтен Кор. Направлю сейчас. Щита нету. Так, секундочку. Блядь, ёбаный рот. Сейчас посмотрим, секундочку. Долбоёб или что, блядь? Где эта надпись, нахуй, ДБМовская, блядь, очканавт? Да не, нормально, нормально, нормально. Я просто нажимал, сразу что-то, блядь, он меня выделил, я, блядь, нажал, все, типа... Зеркушка, здорово, братан, здорово, 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 братан, здорово, спасибо за поддержку сумасшедшую, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, что-то я так и не понял, нихуя. Так, ДПС сдавал, блядь. У меня не хватило энергии, да, и он еще слишком быстро, да, то есть я пытался во время каста нажать, а он уже прям это, быстро очень было. Странно. Право летели. Я нажал, блядь, сука, быстро было. Я хотел под конец каста, как сказали, типа, а когда каст начался, у меня уже начало пробивать. Я, наверное, не прохиленный был нихуя или чё? Почему меня так быстро снесло? Ну, они добьют вроде бы. Еще по ДПСу хорошо шел. Спасибо, Зергуш, еще раз огромное спасибо. Огромное спасибо за поддержку. Направо летели.
Спасибо, спасибо, спасибо. Бля, может быть, я что-то... Что, подожди, я слишком быстро... 5 нажимал, я нажал, по-моему. Я нажал 1-5, я не знаю, одни... как будто бы я не успел. Был ваншот, как-то быстро меня убило. Как-то быстро меня, слишком быстро убило. К луту не подлетайте, кека надо будет синее сердце забрать. Да. Ну нормально, нормально. Там вроде пауза была, да какая пауза, блядь, тут самый экшен пошел, ебать, ты чё, тут самый пиздец, на котором надо было разъебать. Спасибо тебе огромное, спасибо еще раз. Все, пацаны там добьют. Молодцы, блядь, лучшие. Не подлетает к луту никто. Не встаем, не встаем. Спасибо еще раз, спасибо, ебать, сегодня поддержка, нахуй. А теперь встали все с тела, подожди, пока не подлетает к луту. Так, сейчас что-нибудь спиздим с босса, ребят. Я не умирал. Я здесь, парни. Привет, привет, ребята. Привет, привет. Нажал. Спасибо, мужики. Штуенные лаги проебали. Так, что там лутим? Прекрасный лут. Ну, пояс. Упал. Сверху вытык из инста. Сверху вытык из инста. Выходим из инста. Все с первого пула, красавчики. Так, погоди, там что, поясок на прогрев, что ли? А, или нет? Поясок на прогрев. А, не-не, поясок... Ну, он, конечно, хороший, но... Без сокета, блядь. Это бисовый пояс? Это бисовый, но он без сокета, и он идет, как бы, да, тяжело очень. Он бисовый, да. Я 7 человек называл. На кого? 7 человек на косарь нажимал в ГБ. 7 человек, получается, умерло. 7 косарей ГБ. Изи. Не, ну а чё, парни, если вы не можете у вас сразу разобраться, ну надо платить деньгами, блин, это как-то. Ну сколько платное может? Обучение. Сколько вагонит вас можно? Надо кому-то. Кстати, я кошелёк гильдии, пивнобычок, если что, мне закидывайся. Кожаное плечо, ребята, 29-26, совы. Совы, рестродроиды, совы. Песня, давай мне. Да я лучше дизну. Уй. Спасибо. Пауза, заходите. Опять без шмоток на ханта упал. Сапоги, куда заходить? Сапоги кольчужные, вот такие с РПБ. Энху не надо, инфьюри не надо. Не-не. Вверху, Саня, портал. Да-да, зашел. Спасибо всем. Отлично закрыли, отлично закрыли. И паладины, кому надо такие сапоги? Пододелись, прогрелись, блин. Пивному не надо. Яхс опять провалялся. Да, было дело. Бля, пиздец, меня заебало. А чё ты умер-то опять? Да сакру не дали, мы же стояли в двух сферах, дамажили, естественно, меня шотнуло. Просто именно меня почему-то из 25 человек, вот меня выбрал. А почему тебя шотнуло? Это Вуду ж, блядь, прогрел, блядь, маленькая, чтобы меня убил. Не знаю, братан. Да. Так, почему смотрю, блядь, так 25 тысяч прилетел. Вот, в твоем случае. Не 25, ну да, да. 18к прилетел. 18. Не, ну там реально у тебя, ну как бы, ну камон, я хп нету нихуя. Ты хотя бы моношил-то юзай, блядь. Моношил просто юзай на аркане, нахуй. Ладно, интересно, ты где? Тебе, ты выпал сапрот? Я банк Альянс. Так, а чё, кто, подождите, а кто поезд-то, блядь, в итоге прогрелся, нахуй? Поезд, я прогрелся. Пиздец, ты серьезно? Ты провалялся, а не прогрелся, ебать. Что за такое, блядь? Почему отдают человеку, который провалялся, не понял. Там у него эта система приоритетов. Кто первый ляжет, что ли, больше лута выносит или что, я не понимаю. А ты думал, что картоха такой одетый с яхусом? Блядь, пиздец, еще и прогревается, главное. У меня есть прерогатива забирать лут просто. На все спектры. Потому что могу. Клип про меня, рекрент какой-то. Бедного чернокнижника не одеваю. Потом говорили, не, ну два вы... Так, я смотрю клип. Выиграл, но не выиграешь же 3 подряд. Потом говорили, не, ну 2 выиграл, но не выиграешь же 3 подряд. Он 3 выиграл. Каждый раз нахуй. У меня 100 лузеров с ним, блядь. Каждый, блядский, спасибо, раз. Спасибо. Он не может сразу пройти, нахуя он в лузера падает и меня выбивает 2 турика подряд. Объяснит кто-то? Который это специально? Типа я в столе лузеров в хедзапе против чемпиона будущего остаюсь, блядь. Потом говорили... Да, спасибо всем за рейд, умнички, сегодня слишком быстро закрыли. Красавчики. До следующей недели, получается. Через неделю, пацаны, увидимся. 3-4 часа вышло, 4? 4 часа. Ну, 4 часа, 24 минуты. Так, ну нормально, нормально. До кого спасибо?
кстати, я бы пошел на 3. Кейку надо на репутацию Кегентора, но он уже уехал. Кейку надо в биройках прогреться. Не-не, у него просто репутация Кегентора, там надо ему на шапочку. Кирюх, ты пойдешь? Пати, я похилю. Сейчас. Нет. Сейчас нет. Все, отмена по Кирюхе. Есть? Давай, иди танкуй. Я... С таким же СПСом только... Я, можно по ней танковать? Шапочку для мили, посмотрите, или черного пинка. Да не, давай, потом их будет. А не у Керентора. Саша сказал, Кейку надо прогреться на шапочку у Керентора. Там рыцари черного клинка, а не Керентор надо. Не-не-не, ему на чант, ему чант надо, ему чант. Рыцари черного клинка. Да как это? Ну, ДДшные рыцари. РДД Керентор, а милики черный клинок. Там же крит АП, нахера. Погодите, то есть у него не на этот, подожди, еще раз. У него черный клинок должен быть. Черные клинки. А, то есть на милика черные клинки, да? Все. Да, да. Атак 50 атак пауэра и 20. А черный клинок как качается? Так же идешь табарду берешь, да, и. А, ну понял. Ну вот Кирюх наебал, получается. Слышь, Кирюх наебал. Да ладно, Саня, впервые, ладно. Там цепочку квестов надо сделать. Слушай, да там же, понимаешь, в чем суть пятнашки? Там же задача была два раза было надо отбегать. А в итоге там прикол в том, что типа слишком высокий я выдал ДПС, и мы убили его за один раз. Это ну как бы совсем халява. Ну, Саня, тут ты ошибся. Для Кейка есть предложение, пойдем сейчас почитаем тактики на босса. Да, да. Не, но... не, я уже их понял, и судя по всему лучше, чем некоторые, так что... А что, давайте посмотрим количество смертей. Так, погодите, так, а там вряд ли получится нормально. Не, нормально, я все понял. То есть, как бы на следующем это мы на них ДПС дам. На субсерионе главное в этот беливер и подальше бегайте. Теннер говорит, прогрей на клинок, но нахуя ему нужен этот клинок, он же 215. Просто... ПВЕшный клинок же все используют. Поднасрать могут периодически. Сейчас там же четвертая глыба прилетает. Да в ПВП, да, в ПВП юзается, ПВЕ пуха. А чё этот хуй взлетел? Глыба есть. Сейчас, секунду, могу я дарить образ единения с природой? А я не думать, блядь, моя бежать за глыбу. Ща гляну. Я еще вижу, он приземлился на спинке, просто сдувает, я такой, в смысле, о, дика! Дерется, смотри какой. Мой, оп. Ой-ой-ой-ой, оп. О, я. Ага. 12 тысяч. Начиная с Лунубрикана, заканчивая Малигасом, 5 смертей. Да, но у меня... Да, но подождите, блядь, у меня там смерть... Там не его вина, там срывал. Да. Там, да подожди, там еще и, во-первых... Стоп, на драконе меня кто убил, подожди. Сань. На этом, на Сартарионе кто убил? Бензена кто убил? Сам лег и нас ложило. Не-не, танком надо дорабатывать. 100 ледяных шаров, в смысле, стоит за 200. На портале Вогримар... Стоят бичи в гильдии ГГ. Кому написать? Тендеркэт, ребят, экватор, еще кто-то у нас, тонна народу. Мой ник тяжело проговорить. О, пришел да, типа дефендит. Смотри, он пришел дефендит. Кейк, пускай мне все пишут, Кейк. Типа, на, я вслух, блядь, пишут. Говорил, сорян. Да. Пускай все мне пишут, не надо там другим. Там тяжелые ники пишутся. Хорошо. Вот ему, ребят, Тендеркэт пишут. Интересный факт. Так, Magic Wood 5 смертей, Яхус 4. Да не. Яхус у меня хуёво, ты чё, у него каждый босс, я хуёвая, блядь. Да конечно, он 4 только за Малигаса умер, блядь. 2 раза по БРу там и так, ты чё, шум. Саня, это первая смерть Яхуса на Тадиусе, а ты до этого... Ребята, можно вас перебрать? Яхус на Сартарионе только 2 раза умер, ты чё? Да, у тебя хуёво. Я не умирал, да как? Ты умирал на Сартарионе, готов поспорить. А, блядь, один раз. 2 раза, сначала тебя бернули. 2, потом тебя бернули, ты опять... 5 умер, блядь, да. Четвертая минута. Короче, блядь, опять ваши прохладные истории. Я короче, понял. Все пивной, блядь, у тебя хуевая стата, короче, максимально, блядь. Там человек умирает. Извините, Александр, я же сказал, с Анубрикана до Малигаса. Кто чем слушает, это как все бы... Все понятно. Яхус, бабки скинешь мне на карту. Ой, я сам сказал. Ох, блин. Бабки не проблема. На Тадиусе гениев. Беливер, Мэджик Вуду, Яхус, покумекаем. Так, а там убил, блядь, танка. Да, да. Сегодня танки чемпионы по убийству, без рофлов. Ну, типа. Да, не кажется. Сколько боссов я отъехал? Меня на Тадиусе всех конкурентов ёбнули, я с кайфом дамажил там стоял. Вообще всех стерли, блядь.
Короче, ладно. Я только на громкую сегодня полил. В следующем МРТ я прочитаю все тактики, посмотрю гайдик и Сань, ну готовься, ДПСик, блядь, полиция. Да я понял, сколько мы просто, я думал... Ну я имел в виду из тех, кто там издалека плюется. С меликами драться не хочу. Я еще, короче, запулю, я запулю голдишки, куплю тендера PI. Да, PI, ты что, не отдаётся? У картохи куплю этот итер. Понятно, какой? А сам ты... PI только за РЛ, понимаешь? Да. А, кнопка, кнопки вместо меня будет беливер нажимать. Так, сейчас еще раз почитаю, кто мне что писал. Мужики, погодите пока по это. Сейчас я посмотрю, блядь. Я тут гангу из 70-х очень занят, видите? Где? Ну, 70-й левел, пацаны там выебываются, я их с одной бомбой. А где? Я тоже сейчас хочу пойти погангать их. Не-не, это мои чуваки, мои. Рогачу БГ лучше, надо 3 раза победить. Спасибо, ребят, за рейдет. Вообще классно, быстро пошли. Согласен. Да, взаимно. А, спасибо, слушайте, а подскажите, а вот следующая стадия это ульда, да? Когда она выходит? Не факт, что ульда. Не факт, что ульда. Может быть, там будет РПК-шка и Квара. Посмотреть надо. Говорят, через неделю 2 что-то новое будет. Плюс-минус там 7 дней. Картох, а где эту смотреть штуку? Где эту штуку смотреть-то вообще? Слушайте, а там топовые, там валюта, походу реально БК, потому что в Каражане 2-2-3 шмотки начинаются. То есть, как бы, скорее всего, это, ну, должно быть. В Ульдоре это 219-е. А, 219-е. Ну, то есть, это, видимо, и удар, и Каражан будет. Картоха, когда я перешел со саппорт, мне сказали, что после добавления токи тут недели через 2. Каражан топчик. Что через 2 недели? Когда я писал саппорт, мне сказали, что после добавления токетов недели через 2 примерно. Да, я могу эту штуку прогреть. А тебе, ну, что, нужна, что ли? Образ какой-то или что? Че это такое вообще? Это рестродруид, ну, типа, на БГ-шках рестродруид, а я без формы хилю. А тут я не спалюсь, что я хил. Так это не работает на БГ? Нет. На арене не работает? Да не, я, скорее всего, склеп Аркаона будет, я просто лонгую. Склеп херня же. Ну. Но мне так кажется, что будет склеп, ну, рационально. Ну, это проходной, это то же самое, там, 220. 213-226. Ну как водили на X5, так и будут водить здесь. Катокс JK. Прогрел. Так. Саня, ты меня прогреешь, Саня? Братан, тебе там тебя прогревать, там надо жестко, тендер вообще. Ты что там? Ты тебя, во-первых, ты просишь PvP пухи. Да. Ты в PvP это нулевый, блядь. А, вот, то есть, как бы, я вообще... Вот, тем более, PvP-пухи это говно, потому что все ходят в PvE-пухах в PvP. Как бы, какой смысл? А тендер, а ты разъебешь в дуэли, Саню? Ну, конечно. Давай, хорошо, если ты разъебаешь меня давай. В дуэли, я прогреваю тебя на эту пуху. Так, в смысле, я в PvE, я хотел я ему... Так я тоже PvE надену, хорошо, я надену тоже. Я надену тоже PvE, блядь. Маггара у Гримара будет сейчас? Да, будет Маггара сейчас. На удаление перса, погнали. Ты готов? Не, просто интересно, что ты жмешь. Я сразу посмотрю, если там чуть не то жмешь, это уже нет. Ну какой смысл пуху прогревать в ПВПшную, которая она у меня лежит, и я ее сам не ношу, потому что ты в ПВП носишь ПВЕ пухи. Потому что мне реса не хватит. Ну не с пухи. Он как Печкин, это он почему такой хуёвый был? Потому что у него пушки не было. Это правда. Так, ребят, сейчас будет с тендером дуэль. Ага, да. Я касарься, то рез собрал на рестер-трейде, все равно очень быстро умираю. Да, все да. Умирают. Меня роги за опен открывают, тоже 1200 там бывает. Стрима это да. Да. Что там вообще его шотает или что? Нет, почему? У него как раз 600 реца, нормально там гамать. Да. А нет, я наверное, постоянно на эрдру играет. Он да, он же задрот друида. Он с него не слежает. С другими не играем. Ебать, что в Аргримаре происходит? Тут ебут алики, алё, блядь. Тут алики в Варгримаре, ребята, включайте стримы, блядь, сюда быстрей. Что за хуйня? На портале стоят. Окей, к тебе плюсовать, рейд собираешь на аликов? Нет, тут они на портале сосать хотят, погоди, что за дерьмо? Я уже трахаю, человечек, помогаем. Опа, давайте. Конечно, по-другому вообще не понятен. Так, что в итоге, кто по чё прогревается, или чё? Я готов прогреть. У меня, блядь, 100 я монет осталось, у меня 100 бонусов. Беливер, ты заряжен, блядь, уже фул, ебать. Фул заряжен. Я 3 шмотки получил, 2 из которых от тебя, понимаешь? Ты 3? Подожди, я тебя на 3 шмотки прогрел. Не, я имею в виду, 2 шмотки я с 25-ки получил, ну 3, а 2 из которых от тебя. В смысле? Алло, меня ни разу не проживали в очередь. Лук мне отдают, крысы. А где тот? Я чуть никого не вижу. Да, мы уже порвались на куски. Смотри, только что это. Сейчас еще должно быть. Да не, ну ПВЕ прогревать это такое. Саня. ПВП ты имел, да?
А, для ПВП, для ПВП. ПВП, ну это в том и суть ПВП, чтобы ты потренился там сам. Допустим, я мейнхенд не одел, потому что нужно на него там 6-7 тысяч хонора. Вот, а из-за того, что есть кап 2,5 тысячи, да? Сейчас у всех примерно плюс-минус. Ты возьмешь и только через 3 недели мейнхенд имеется в виду. Ужас. Да, на 6400. Блин, значит, хонора 40 тысяч, то сейчас, ну, да. Ну ты, да. Я за хонор. Поэтому я говорю, мне пушки нужны. Слушай, я мог бы тебе свой хонор как-то отдать тебе его, например. Да не. Не можешь. Да понимаю, это рофл. Ребята, очевидно, я понимаю, что не могу. Спасибо. Сколько надо на Софье меткости для фаера? 13? Своих. Там же от билда зависит. Я же не знаю, у тебя есть точность? Ты берешь, что у тебя за билд-то? Как у тебя? Да это короче, вы дуэлитесь в Оргри? Я не знаю, не знаю, тендер, ты готов? Я в Оргри, но никто не вижу. Можем что ли град слетать? Там всех наказать. Не, я перед Оргри жду уже концерт ваш. Подожди, что будет в итоге? ПВП будет. Понял. А где тут кейк? Сейчас подойдем, Паша. Я вышел. О, кейк вижу. Давай, кейк. Раздолби меня за 10 секунд. Короче. Ты кстати, хочешь сказать, что если я сделаю ФФБ билд, я, конечно, передамажу так. Я не знаю, я вполне возможно, вполне возможно. Вряд ли. Кексик, я в ПВЕ. Вполне возможно. Да, ну давай, если хочешь. Вообще пул ПВЕ. Так, я тоже пул ПВЕ. С вашего передамажа, если не прикасаться будешь вообще. Сейчас, секундочку. Не отрабатывать экзекьют фазу правильно. Хоть триничку надену, погоди. Блядь, да у Аркана нету экзекьют фазы, я вначале бурстую, потом сосу, блядь, биб. Так, ну вот, есть стимул. ПФБ. Хочу фаера поэтому сделать, блядь, за лук. Спасибо, ребят, царайте. Сейчас я скажу тебе. Ты чё, вы чё в дефе? Я в демедже, сейчас увидишь. Так, это же Зекин? Да. Сейчас 5 минут, пойдем. Я думаю, хоть с электриком стоим, так-то я вообще-то ничего не сделаю. Так они, ну, могу спекнуться, но... Не, давай. У меня ни одного камня нету, я потому что высунул все. Поехали. Всё, давай, поехали. Химоловс, да, можно, но она же там пару уже не покупается, там только 6 покупается, если я не ошибаюсь. Что, у тебя есть БК-шные чарки? Нет. А что за... А, или вот такая. То есть вы хотите сказать, что если бы у меня была категория брюли, то я бы, короче, передамажил Саню, а так без брюлей не варит. Да при чем тут брюли? Брюли вообще ничего не дают. Я угораю. Так, 2. На первых 3-4 обязательно передамажишь. Ну, хотя бы близко, у него слишком большой отрыв. Я смотрю, на всех боссах слишком большой отрыв. Ну, это не нормально. Да, это нормально абсолютно. Да не, если ты на маге передамажишь, я сяду на варлок и на варлоке передамажу, понимаешь? Блядь. Я на варлоке тоже могу, я все время на варлоке играл. Сейчас ты что, на маге зашел, как долбоёб. Чё, маг заебись, варлок заебись. Так. А я мейнил африком. Модером прогрей. Да, модер, заходи в рейд. Да, извинись. Просто я подумал, что на X1 надо будет мага взять, чтобы быстрее качнуться, мозги себе не делать. Так бы я тоже на вороте залетел. Сейчас. Не поинтереснее. Можно в гии, ребят. Там тебе пишут, да, тендер в гильдию, да? Да, я добавляю. Там пиздец народу пишет сколько. Так, сейчас. А мне прикинь, у меня картоха, вот этот классический актуал, ой, не классический актуал, классический рич же есть. А, там я в одной гильдии был, и был демон, который, блядь, на сафликов вообще всех передамаживал как-то. Ну, это, знаешь, демон. Слабые. Я же тоже они... много выдавал. Но они африки могут передамажить. Что, кто выиграл, я не понял. Да, ты и в демоне хорошо выдавал. Демон нормально выдает, да. Тут базар. Ну, типа в среднем, допустим, если африк дает там 22 тысячи, то демон должен давать. Стрелка быстрее долетела, хочешь сказать. Да, так еще молоточек. Так, а мы же больше в рейтинг какой не ходим, правильно? Все, я шмотки снимаю, типа выешь. Да, у нас. Только если десятку позовете, там с утречки, ну там или когда. Десятку собираешься вообще? Или уже забили вчера. Хуй на десятки? Да, вчера там, мы вчера отходили, но там шмотов все равно нам не надо никакого. Ну так, да, была бы какая-то репа, да, была бы какая-то репка там. Просто я АФК стою. Там пару новеньких брали, просто с собой их пододели. Ну да, есть смысл. Танки вообще. Так что ж ты кидаешь дуэлы? Мы сами ходим за какими-то таргетными вещами, которые не падают. Ну они выпадут, и шансы есть. Если не ходить, то они и не выпадут. Нет, конечно, поэтому и ходим. Так.
На ПВ больше пойдешь? Я стен. У нас тут за воротами Рагнемара у ПВП. Я весь срез у себя снял, если чё. Да не, не, прото не убить. Весь... У меня весь сет на хила, поехали по УБШ, я готов. Подожди. Не, прото убить, могу секретики рассказать, конечно. Я убрал у себя весь срез. Я только что почти убил, блин. Не ДК в моем поводе. ДК самый сильный один на один класс, вообще невозможно выиграть ДК. Нет, если поставить ПВП сет собрать и сделать ПВП билд, я ж помню. Погоди, Кекс, у меня что-то забагалось. Да, я бы выиграл, если бы Койл не проебал. Я Койл бабу отдал. Думаю, что он долетит, у тебя отферяет. Рассказчик. Ну давай, добивай уже. Мана кончилась. У тебя сколько этого рейтинга на щите? Ты одел ПВЕ шмотки на щит? Ты чё? Я не. А, у тебя фу. Ну, я, короче, смотрел билд, там берется две шмотки Т7, ноги и тело, чтобы у тебя увеличить показатели блокирования щита и хуярить щита. Сейчас я этот поменяю все, я тебе покажу. Так, раз, сейчас я тут тоже кое-что. Без стринки, слышишь, Сань? Без какой? ПВП, ну, что? Снимает, сколько, да? Ты че, бля, в гараж, что ли? В смысле, нахуй? Просто это... срезал на... Не, подожди, чё? Подожди, а почему без этой тринки? Ну, у меня её нету. Это я могу. Ну ладно, согласен, ладно. Это жёстко, блядь. А где вы? Мы все тут стоим. Сейчас я, мы регемлю сейчас, регемлю. А, у Сани 12 гемлю. Давай, покумика, давай. Понял. Давай, сейчас я. Да, триню снял. Так, Кирюх, ты если что спонсируешь, да, пушку человеку? Ну да, если он тебя выигрывает, я ему покупаю. Подожди, ну а если он хорошо себя показывает, допустим, ну не то, что выигрывает, а просто... Тогда ты ему покупаешь. Не-не-не. Так, сейчас. Не, в смысле, хорошо показывает, как он, что он... А мы с ним на арену поставимся, подожди, какой Агримар? Мы с ним на арену поставимся, на арене выйдем. В смысле, мы тут все ждем, в круг встанем. Блядь, да, бля, сейчас, ладно, иду. Светофоры, все это настроено. Сейчас, ладно, иду. Светофоры эти, как прожекторы. Нет, против ДКшек на луке ничего нет. Победа! Так, видишь, Кейк, я могу убивать, но прото не могу в ПВЕ. А, еще раз, я зайду, вот мы махаемся, я 100 из 100 выиграю на ДК прото. Там просто тут надо одну кое-что... Да ты мой билд-то посмотри, я ж ПВЕ беру, мой билд. Так тут дело не в билде, ты можешь спамить постоянно замедление на меня, скажи? Так. Нет. Так ты меня огорю, у меня урон по мне будет проходить, ты одним щитом мне 10 тысяч сносишь. Ну, это да. Отпиливаешь. Там просто... Чем? Не знаю, ну вот от меня же отпиливаешь. Блин. Да, а тебя отпиливаюсь. А у меня сало дает. Я говорю, я могу его кайтить этим ЛТшками бегать, но говорю, он мне ну дальними сносит по 10 тысяч атаками. Угу. Так, ща. Ты не снял, да? Угу. Да. Для биса осталось 3 шмотки на кота. Пиздец. Я в ахуе. А было бы одна, если бы я сапоги и чест не отдал, да? Кто, мне? Да, я говорю, был. Да. Чест смотришь. Это что за лупень, блядь? Ничего. Это ракетка, сапоги. Ракетка. Сапоги позарешали. А чест я тебе не отдавал смайлик схоженный? А-а-а. Или тебе не нужен? Нет, не нужен. Так, ну смотри, если я тебя выиграю, это будет позор. Кому? Тебе. Почему? С какой стати? Я у меня хил сет. Ладно, давай так, я прокомментирую. Иду. Если тендер красиво все сделает, то закину. Ну бля, ну с другой стороны, тогда я не закидываю, получается, что он хуёво все сделал, нет. Не, давай пусть побеждает тогда. Да чё, как? Ну, я буду стараться. Да чё вы придумали, как тендер в ПВЕ победит? Да чё, я тоже в ПВЕ, сейчас вон у меня 600 реса, бля. О чём? Ну серьезно, я без рофла. 600 резко. И все сделал на этот. У меня оно. Так, все, сейчас иду. Да. Так, а есть два этих хаст скорость, да? Первый раз в ШПшке в хил спек я сейчас буду драться в ОП. Не, нормально, ты можешь там попробовать. Да, с ноль меткости особенно. Я думаю, зайдет. Так, да, добавь все немножко. Сейчас я добавлю, не переживай. Пару дот поешь, тебе хватит. Все понял, да. Дота там жестко дамажит, если что. Вот возвращай. Проты на проты, блядь. Две зеленки горит. Вот интересно. Кем, блядь, поэлемить.
Элемы заебись. Элемы заебись только на БГ. Да, это да. Да, на арене тоже заебись что-то. Ну, на арене, да, если нормальный саппорт, то да. Так, сейчас, секунду, я еще тоже брасы тогда поменяю, чтобы ПВЕ тоже были. Фига вас здесь сколько? Все, сейчас идем на битву. Я смотрю, как там Саня брюли вставляет. С каждым брюлем, вставленным в его экипировку, у меня очко сужается. Нет, ты рофлишь, тут вообще ничего это никак не значит. Так. Что будет там из ПД? Следи за дуэлью, тут вообще-то это... Все, идем. Так, мне в Огар идти или куда 400. Надо? Да, да, у ворот тут, блин, 5 дуэлей параллельно. Решил сразу с горгулькой, да, типа меня бить, я понял. Угу. Сейчас еще раз смотрю, все просто. Мне, блядь, мне надо полностью переделаться потом. Все подточить. Проблема, знаете, в чем? Один брюль остался, понял? Типа в ПВЕ, в ПВП нету дырок больше. Парирование, блядь! Сюда! Парировал, удар смерти мне. Сколько тебя убил? Я иду в Агримар. В Агримаре, да, идет битва или где? Да, нас тут пиздец. И что будет, получается, что это Магара, типа тот, кто проигрывает, удаляет чар, или какая ситуация? Сань, прикинь, ты проиграешь, Сань. Ты потянешь. Так. Я иду. И мы без тринкетов ПВЕшных. ПВПшных. Ну, ПВПшных. Жесть. Ну это Магара получается. Он тебя хочет в МК забрать и все, типа так, измором взять. Понял. Ладно, МК хорошо. Так, бегу. Заберу в МК, уведу за дуэль. Так, а че? За дуэль. И спрыгивает с этого, да? Выводишь из зоны дуэли и выигрываешь. Что там, можно вывести из зоны дуэли? Да. Да не, ну без такой хуйни грязной. У меня первая мысль такая была. Так, а чё, где здесь битва идет? Где битва здесь идет? Рядом. Я тут везде битва. Кто тут бьется? Так, смотрим, Магара здесь. Я вообще давно не играл в этом билде. Кейк с тортусом махаются, там тортус. Кейк с тортусом? Выиграл, так. Вон корова, да. Баф только сними себе, чё это за бафы какие-то стоят? А какие вообще, как мы дуэлимся в итоге? Без бафов, чисто селф-бафы, да? Свои бафы, да. Нифига себе, там по набафам. Тортус кейка выиграл. Да я тут уже... Так, да это душка ебаная, не а где-то, кто-то где-то? Игра один на один напали, блин. Понял, мы типа фласку тоже убираем, да? Фласку тоже убираем, да? Давай. Да какой круг, вам не хватит места, вам, ну... Мы же будем убегать. Большой, давай. Я ж тут же понимаешь, тут же дистанция играется, тут же дичь. Где вы? А, вот они. Го в круг станем, вот этот флаг, женщин. Вот он, вот это, вокруг него в круг большой прям. Да, этого не хватит, этого места. Толкаем, короче, ладно. Толкаем его внутрь, если он типа выходит. Давай. Так, а МК, да, я накину? Там где там? Подожди, а где Беливер-то вообще? Нету? Там какой-то круг у нас маленький очень, ребят. Давайте побольше это сделаем. Это круг супер маленький. Да, погоди, да, да вы чё, вы шутите что ли? Это вот. Давай, Санька, давай! Ладно. Так, а где у меня моношилд вообще? На какую кнопку? Моношилд вообще одевается после против ШП, как вы считаете? Так, ребята, смотрите, я заанонсу сейчас. Если тендер побеждает, то он получает ПВП пухи, доказывая, что он крутой ПВП боец. По ХП вы видите, у него больше, чем у меня. Вот, у него еще и какой-то эликсир всех характеристик. Это что такое? Ты его снимаешь себе, правильно понимаю, кровянку? Да, снял. Окей. Блин, бафы накидывают. МК на месте, все, отлично. Так, что еще у тебя есть? Дай посмотрю. Не надо. Не спамьте туда. Так, и что у тебя получается? Все, вот он тендер кэт, ребята. Он хочет показать, что он крутой ПВПшер, что он готов к этой битве. Фулл заряженный ШП. Жесткий. Тендер кот. Готов к великой битве. Если что, комментить став... Комментить надо или еще? Или молчим просто? Подожди, ну я могу замутаться там. Давай замутаюсь, чтобы это... И да, тендер, да. Эго, комменти. Чтобы не мешал тебе, что ли? Ну, да. Кому комменти? Не мешает. И ты нам мешаешь. Эй, комменти. Так, я замутался, ребят. Я замутался, так. Давайте, я замутался вообще фу, или что, или оставить? Ему не мешал, он серьезно относится к делу, понимаете, человек. Так, понял. Все. Так, а на кону сколько денег, ты посчитай. Я сразу говорю, я за круг выхожу. Все, я готов, если что. Сделайте больше круг, ребят, разойдитесь на метров 15. Не видно нихуя так. Бля, у меня робот... Как на этих роботах вообще? Ни хера не видать. Еще, ребят, расходимся, еще. Все, поехали. Так, тендер, ты готов? Битва за пушку тендер-кета.
Если Тендеркэт выигрывает в этой встрече, он получает самую лучшую бис ПВП пушку, с которой наконец-то он сможет взять 2000 рейта. Да. Ее не хватало, но когда она будет, все будет. Тендеркэт уже спамит диспел. Уже спамили. А 3-2-1 там пошло, нет? Да, наверное, пошло. Давай. Пошло. Что, давайте наблюдать. Саня Вудыш уходит в инвиз. Ебать, сразу вот так масс диспел прокидывает Тендеркэт. Отменяет, прокидывает, отменяет, не попадает. Еще отменяет. Байтит на контрспыл и забайтил. Саня Вудыш выбегает. Элем, тучка. Тучка урон у нас не проходит, но ДПС все равно потихонечку насыпает. Насыпает Саня Вудыша. Пошел фир. Тендеркэт кастует. Айсблок. Айсблок уже отдан. Тендеркэт, масс диспел. Ждет Саня. Заряжает. Прокастик. Минус 5000 хп у Тендеркэта. Саня Вудыш пока на фулла. Что? Куда делать его здоровье? Полный ад. Слишком рано дал, слишком точку. Слишком рано дал тучку, да, считается? Он 1-0 говорит, 1-0 говорит, Тендеркэт. Дал жопу, блин. До трех против. Так, до трех. О, тут когда заказываешь дуэль, тут сразу откатываются КДшки, они наконец. БО3, да. Слишком рано была тучка. БО5 получается. Ну, поехали, так, сейчас все жмем. Не, БО3 нормально, сколько не долбить. Так, давай тендер, теперь работа над ошибками. Продиспелить его в первую очередь. Все, сдиспелить нахер с него вообще. Все. И потом себя нового. Снять тучкой. Вот не нового, а дипфриз тучкой. А все остальное диспел. Так, начинается у нас новый файт. Шип пошел. Ой, сейчас будет тяжело. Ой, а нет, снимается новый дипфриз. Тучка есть, нет? Есть, хорошо. Теперь надо раздиспелить, подферять. Бежит Тендеркэт. Блять, где ебаный стыд? Вон он убежал за круг, Саня. Ну нормально, можно. Он... Так, третий матч. Да не, есть варианты, вот, есть. Знаете, что-то не то делаю. Не-не-не, погоди. Саня, смотрите, работал тренером по боксу, и как-то раз к нему в секцию пришел отец с сыном. И говорит, мой сын всегда мечтал заниматься боксом. Не могли бы вы с ним немного в спарринге постоять? Он говорит, конечно, ебать, я же тренер. Ну и, короче, через 10 секунд сын валялся в нокауте. Вот примерно так же вот происходит здесь. Ну, ребят, ну тут... Никакой вот жалости, никакой... Подожди, у нас на кону огромные деньги, бля, какая жалость. Согласен, ладно, мы... Но это ПВП... Подождите, ПВП это суровый мир. Ладно, давайте, хорошо, поехали, с жалостью. Ну или без, ладно, все, давай играем нормально, значит, так, сейчас. Без. Просто, да нет, понимаете, я сразу человека готовлю к тяжелому миру ПВП, это нифига себе, сейчас идем. Сейчас ладно, идем. Тендер, давай, если меня выиграешь, тогда это, вот на паладине прям тяжело против ШП. Так, все, идем, да? Все, нажимаем кнопочку. Поехали, все, ладно, окей, так. Саня спрятался за паука. Спелл стил, щиток на себя, ага. Прокастик. Десятка отлетела. Дай-то забить, там дэмэр не делал. А чё тучка-то? Ты тучка где? Да, тучки не было. Ребята, тучки не было, диспелла не было. Пусть Пинки сыграет. Ну я такой с вами. Кто выходит? Какой Пинки? Пинки по IQ. Я хотел, чтобы Саня меня с 2000 убил. Так это тигры по 10 тысяч. Там даже тучка не спасает. Да как это все спасает? Так, Пинки по IQ, следующий претендент. Пинки, я так понимаю, тоже в PvE-шмате без тринкета, правильно? Не, я чуть-чуть так. А, понял. Ну, я тебе посмотрел, у тебя PvP full set. Не, ты что, у меня 10 шмоток не PvP, посмотри, чекни. Нека не PvP. Посмотрите, меч не PvP. Два кольца не PvP. Бать, у меня вообще половина шмота не PvP. У меня тоже два кольца не PvP. И 800 устойчивости. Так, сейчас у меня. У меня 402 устойчивости. Чего? У меня 90, Сань, поехали. Так, все, значит, следующий претендент, да, возможно, если Пинки выигрывает, то тоже Кекс покупает шмотку как бы за всех ШП, да, то есть у тебя есть возможность... Всем ШП. О, да, тут он, угу. Тендеркэта, да. Тендеркэта. Полсета ПВП, блядь, полсета ПВП у Сани. Пол не пол. Так, Пинки у нас тоже без тринкета. Ой-ой-ой, он словил в шаду ветку. О, ну хотя бы тучка. Живем пока, живем. Бежим на фир, сближаемся. Дипфриз, не вижу, что тут происходит. Косновение вампира есть. Пол хп нету. Можно фирнуть. 3000 хп. А, но.
Да. Нет, не пробить. Да как это? Ты шмотки сними пвпшные, блядь. У тебя полсета пвпшных одеты. Аня, меня за 2 секунды, пожалуйста. Кто, кто заказал дуэль? Подожди, подожди, это шлягер, это нифига себе, это очень сильно. Я фул по ВАЕ, я фул по ВАЕ. А почему нету этого, почему КД не скидывается, не понял? Ну-ка, она же должна скидываться. Когда дуэль заказываешь или как работает? Так, фокус, погоди. Скорее всего. Нет, когда заканчивается. Подожди, стоп, стоп, что-то не скинули с КД. Отпусти лемо и закрыть дуэль. А, вижу. О, по ВАЕ прока от Тринкету, видите, шлягер, ДПС сейчас будет серьезный. Мэджик Вуду, пол ХП, куда делась? Но тут у нас, ага, тринкеточка есть, тринкеточка на месте, надо замедлять, надо гонять. Замедление есть, подходит, но новое, и сейчас он получит прокастик. На! Ой-ой, ускоряется Витя Шлягер, тут мало хп остается у Magic Wood, чтобы Витя Шлягер 600. Ест Пета, он восстанавливает себе немного хпшечки, Саня призывает нового Пета. Это первый раз в истории дуэли с Саней Лучшей, когда он решил призвать второго Пета. И тут... Сюда его! Да. Но ДК уже прогревались, поэтому. Да вы че? Все, все. Давай еще. ДПС ДК. Да не, нет. В каком ПВП сети? Что началось? Подожди, мне ты хочешь, чтобы я ПВЕ одел или что? Да, да. Одевай ПВЕ. То есть ты хочешь ПВЕ? Подожди, что случилось опять? И пушку, Сань, сними, чтобы тоже часто было. У тебя 8. Саня, все сними, Сань, пожалуйста. Погоди, давайте еще раз с декой. Давайте с декой. Чего? Давайте с декой еще разок. С декой хорошая пошла, я просто не был готов. Сейчас готов. Так, готов. Перекушу. Давай, тоже кушу. Не, у меня-то ДК. Так. Да не, мне повезло на самом деле. Да не, нормально, ты красиво сыграл, все хорошо прожал. Просто я ж такой, это ж класс. Все класс. Шмат, а на самом деле, говорю, тут все улетают в ПВЕ, тут это нормально. Так, а, вижу, все вижу, понял. Угу. О, нифига, спыда. Исчез. Протяжечка. Ой, какой неудачный блин. Сейчас очень много ДПС будет получать Magic Wood. Айсблок. Блок ждет. Зеленка, возможно. Зеленка кончается. Ждем КД блинка еще немножечко. Незыблемая льда тут пошла. Камера у меня улетела. А где он? Он куда-то исчез. Никто не знает. Бля, где он? Да. Я же не вижу. Видите, шлягеры отвлекли, тут другие ребята с другой стороны выводятся. Ну и в итоге сейчас будет тяжеловато дойти уже. Блинк еще не на КД, вот и он. Дипфриз. Да, ну все, все. Тут все. Да, ну я там не видел, но когда там блинкнул, за столько народу стоит. Так, а кто сейчас... ДПС у всех. Да нет, ДПС бешеный. Даже не собью щит. Вот, если погоди, это что за варлок? Это варлок, у него что-то, он фул заряженный, да, вот этот? Вот с ним шутки плохи, здесь надо с ним хорошо играть. Варлок фул заряженный. Так, секундочку, дайте посмотрим. Так Саня еще с пэта начал сдалека. А как, надо вплотную начинать или что? Ну, не, я-то просто на пэте не был. А, да это я слез с него, я же просто отойти. Ты надбежал далеко, я тоже ушел. Так, подожди, где варлок-то вообще? Ой, стой, я отменил дуэльку. С варлоком вообще шутки плохи, сразу говорю. Так, а как мне вообще призвать, как мне заказать дуэльку? Ну, Кирилл, погоди, да, если тебе закажу дуэльку, ты отмени ее чисто этот, чтобы у меня КДшки слетели, а то меня так это... Да давай одну покажем, как паладин разъебывает, давай. Да, бля, опять давай, без КДш. Давай только без спеллстила, молю. Вот, ну, давай, ладно, давай. Ладно, вот без спеллстила. Ты мне что сделаешь? Иду, блядь, сейчас пизды дам. Сейчас сам не кидаешь. Просто снова ждал, чтобы фридом кинуть, все правильно делал. Все, видишь, вот все, ты выиграл. А где блинк-то? КД. Все, иду снова. Хуин геймплей, конечно, вообще. Это вроде говно. Я против рок, друидов, вот всех у меня такой геймплей. Давай я тебя подтолкну. Ну смотри, ебать, на, баба, оп, опа, блядь. И вот это мой шанс. И вот сейчас. Бабу рассеялся. Так, живем пока. Нет, не живем, пошутил. Сейчас, погоди, Кека.
Иду, иду. Давай, давай, на разок ему туда еще ракетку. Пойдем. Это бесполстило, если что еще. Да, не, Кирилл, ретрики хорошо играют. Погоди, ты хочешь подраться или что? ПВЕ шмот. Одевай ПВЕ. ПВЕ шмот одевай. Блять, тендер, подожди, ПВЕ шмот у меня без брюлей. Без брюлей ПВП шмот. Так в смысле, ты с мной в ПВП дрался, нечестно, мы же говорили с ПВЕ. В смысле, я сказал, что одену половину ПВП шмота. Да в ПВЕ еще больше урона влетит, там, блин. Там же... Так я его хотя бы абсорб пробью. Так а ты не, ну, даже да. Ты касс не кинул, ну не знаю, ну давай попробуем. Подожди, просто я без шмота, я сейчас буду без гемов, что ли, вообще, или как это будет работать? Предлагаю Санде реально пушку снять. Ладно, так. Ну, я не знаю. Так, сейчас, подожди, тендер, давайте, ладно, поехали. Значит, тендер на пушку пробивается, сейчас, подожди секунду. ПВЕ гир одеваю, да? Поехали, ПВЕ. Да, да. Шапку надел, плечи надел, но они вообще без сокетов. Чес надел. Да, понял, понял. Спасибо. Брасы, ну, надел. Так, здесь что у нас получается? Мы здесь что надевали? Вот эту штучку надевали, да? Сейчас, секундочку, кольца, ботинки. Надел, бля, все без нет, гема. Кольца без... это ПВПшные. У меня ПВЕшные кольца, здравствуйте. Два. Это мои ПВЕшные кольца. Погоди, откуда кольца ПВПшные? У меня ПВЕшные кольца, ПВПшные другие. Вот они у меня в сумке. Ну, вон тренька, который лежит ПВПшные. Тренька, да. Да, сейчас заменим. Готово, поменял. Бля, блядь, сейчас... Через полчаса, Саня, давай так без штанов, короче. Давай, без... Так, подожди, да, ладно, он... ладно. Не, не, тендер прав, тендер реза. Прав. Ладно, хорошо. Сейчас реза 0 почти, да? То есть почти 0 реза, там только с тринкета. Все, готов. Так, ты здесь? Тут все, ты поехали. Тендер. Так, ты тут, тендер. Хорошо. Больше контроль. А ты где, тендер? Подожди, я не вижу, подожди, где ты? Да тут я. А, вот он, а, ты. Барьер все, не забыл. Да-да-да, сейчас все сделал. Так. С лавкой шипа. Все, сейчас. Ща. Отопьемся и погнали. Так, ПВЕ шмот пошел, ПВЕ дуэль. Против тендеркета. Так, а где? Так, фул ПВЕшники у нас, дорогие фул друзья. Фул ПВЕшники, да, здесь на месте. О, Санька, сейчас мы с тобой в фул ПВЕ сражаемся. Сейчас идет на 10 тысяч. Саня убегает. Тендер накидывает ему спылушечку. Получает контрспейчик в каст, по-моему. Нет, 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 он фейкнул. Нет, тучка нажата, но не видно его тут. Тучка от деприза хорошо, надо сбежаться, по идее, чтобы дать это. Или хочешь за столбом пытается тендеркэт, смотрите, какую позицию он выбрал. Но тут Blizzard, Blizzard здесь очень много урона наносит в этой версии игры. Не наносит. Смотрите, тендер что-то плывет пока, ничего. Смотри, столбик-то как руляет, а? Подхилиться даже тут можно. Что за имба там? Ебет мозги, так скажем. Можно было бы Пета за это время уже убить, если что, тендер подсказочка тебе. Пета убьешь, еще может пожрать. Но пошел тендер в атаку. Саня хочет его зашипать, шипает. Начинает спел стилить, все, щиточки, стаминки, лапки, все, теперь у Сани. Новый Пет, прокаст. Дипфриз. Вот. Не встал прокаст. Вон на десяточку влетел, так же как был в последнем. Просто фаербол, 7 хп. Еще. Саня выдушает, это тоже пол хп. А, у меня это совсем мало. И вот он. Промах поглощения. Да. Не, ну хорошая была, хорошая. Сейчас, Санечек, давай в пол ПВЕ. Да, блядь, вы че? Так я ж весь в ПВЕ. У меня гемов нету в этом билде даже. Тут капов нету, ничего нет. Ладно. Витя, дай Сане отдохнуть. Давай со мной. Пойдем. Кто задает дуэль? Пожи, кто заказал? Так, ну и что вы думаете по итогу? Вроде бы тендер что-то придумал, конечно. Какой-то столб, какой-то что-то придумал. Заслуживает ли он вопрос? Да, вопрос. Со мной. Ну блин, вот, ну ладно, давай, вот меня убиваешь. Ну я в ПВП, сорян, я паладин. Ну вот давайте, ладно, вот это дуэль на пушку. Вот Кека-Сека теперь против Тендеркета, да. Санька, вроде пушку я заслужил, честно. Давай, один шанс. Так, где он идти? Я не вижу, он спрятался, ебать, он в лесе спрятался, смотрите, под маунтами. Народу, бля. Бля, где он? Куда спрятался? Ну-ка метку. Погоди, где у вас? Где у вас битва? Все, я тебя вижу. А так. Где он? Я его не вижу, тут народ. Да, я тоже не вижу. Спалился. Сейчас, привет. Так, у вас пошло пиздело или нет? Скажите. Да, пошло. Да. Ага, вижу. Так, тендеркет против Кейка.
залетает дэмэдж к Тендеркету, гранатка закидывается инженерская, фридом, отхил есть, шиоприст в тучке, самое время закастовать флешку от Кирилла, но экономит ману. Ай, блять, у меня сет на фрост резист. Понятно. Вот и? Неужели кейк отлетит? Нет, ты добивает его. Не отлетел, да, не отлетел, не отлетел. Он сейчас сейвов у кейка как забанит. У тебя еще херов пиздец Тендер, если что. Да, конечно, даешь фиру и убегаешь, я больше никогда не добегаю. Так я думаю, у тебя бабл стоит. Отменяй дуэль, кто там тут раунд? А еще одно что ли? Да куда? Да, давай, блин, давай. Еще давай. Один. Где там ЗНЗ? Так, кто дуэлится, я не понял, кто дуэлится, ребят, еще разок. Я, Спинкертон. Где Фофанка? Ну давай, я не знаю, даже какой-то классный, давай. О, нифига, там Койл заехал. Ну, понятно, в танке все тут. Ну, ясно. Ай, не попал, блин. Стоял на панельке. Да, он там хилил. Подожди, а почему хп хили полная? Так, а где мозги спал, поебать? Так, ебать народу, бля. Все, пошла гачи пати. Отстань, чё такое? Я не увидел, как ты. Да это с хилом нету смысла, давай. Да, наверное, нет. Элем Дота, подожди, Элем Дота, это же вар, подожди, это же вар жесткий. Хорошо, давай сейчас я спекнусь в ретрика. А где он? Элем Дота сильный вар. Да. Зенчик, я могу спек поменять и просто пару тебя. Я знаю. Так. Так, сейчас. Ля, все перепроверять надо по шмоту, когда свичишь. Да, жиза. Так, а где Элем Дота-то, да? Вообще посмотрим, где он находится. Подпрыгай, пожалуйста. Чё-то не вижу ни хрена. Пекнулся? А, вон он, все, вижу, точно, да, точно, пекнулся. Точно. Сними себе сейчас интеллект. Элем Дота, это вам не шутка, блядь. Без единого бруля, у меня все в ПВЕшку. Так, а где? А, вон он. У меня вообще, типа, сет на хила. Я в шипах. А у меня, блин... Батя банкир. Боже, тебе повезло. Так, где ты опять? Ну куда ты спрятался? Долго бились они. Ты мид, прими дуэль, увидишь. Можно не Штормгард, можно на Кильданас пойти и загреть ГГшек и дать им пизды. Шторме там всем батл пас. Ну реально губы повыполни. Ну типа вождя. И весь шторм развалить. Погнали. Ярость берсерка. Безудержные восстановления. Ничего не пойму. Крепли. Рефлекс закончился. Стойка берсерка. А ну стоять, кому говорю. Сокрушительный бросок. Я в тучке умер? Чё, серьезно? Ну да, да. Да. Каким образом, блин? Я ударил. 10% урона прошло. Какие у меня 70 тысяч хп было. Давай, давай, все, последний раз, все, давай, последний раз. Так, Азик, вы-то кнопку. Просто протопал против протопала, вот это веселье смотреть. Так. Ща. Так. Так, кто там дуэль? Кека Сека? Че, подожди. Да, там Кека Сека, тут кто только не дуэлится, тут просто... Сейчас, и я там тоже с Делемом. Перед тобой. А, вот эту штуку ты купил. Так, а где чел, который мне дуэльку заказывает, вот этот Спартак? А, вот этот вот варлок, не да? Не понял. А ты че не в этом был? Есть такого варлока, погули, конечно. Погули, короче. Тендер? Да? Хочешь, хочешь дуэльку со мной, Тендер? Да, ты мне. Ну, у Тендера будет еще шанс, мне кажется, в будущем. Че думаете? Или че? Так, мне Саня, нужно PvP смот. Я куплю, как будет шанс. Слушай, я не знаю, Кирюх. Тут как бы такое. Тут можно, ну, допустим... пока, ну, рано, блин. Ты думаешь, рано ему? Как это? Ну надо хотя бы чуть-чуть шмоток. Одна пушка-то что она изменит? Или что, или надо? А где Кикосек? Где его наказать? Чё? Так, а кто где говорит? Спартак? Вот этот варлок не вижу. Я пусть маг. Я готов. Я готов. Сейчас посмотрим. Я маг, маг наказать палатину идти. А ребенка не хочешь избить? А, ты стринька. Я же без стринки делаю. А, ну извини. Есть шанс побороться за пушку? Кому? ДЦ. Фул ПВП вообще без это, без пуси ПВЕ.
Да есть, наверное, но с кейком. И что кейк-то опять? Так, не знаю, брат. Почему у меня тучка, когда я что-то... Это ДЦ с кейком, вечная битва. А, вон она. Не-не-не, паладин с усёкнули. Ману высасываешь один раз ману и вспышь клятву. Пошли, дойдём пониже. Не выиграть. Сейчас покушаем. У тебя в дейле там осталось. Так. Блин, если со мной каждый за пушку хочет драться. Не, ретрику ноль шанс. Что, ретрик ноль шанс. Так. Это быстро. Все, гачи начали. Пойдемте в шторм. Быстренько побьем вождя. Так, Бульбич подошел. Тут Бульбич подошел, вождя. Ой, на 7500. Бля, нахуя въебал. Может, да, сейчас Хаги-Ваги. Бля, Бульбич легенда, бля. Хаги-Ваги, бля, Бульбич. Так, работай. Видимо, попозже. Они тебя, может, не слышат? Так, а где Саня? Я здесь, здесь. А что ты хотел? Пойдем перекурим, я устал. Да не, у меня сейчас с Бульба получим сейчас. Ну, что это, бля? По 7500. Да. Бульбич жесткий, бля, сразу говорю. Кот ушел. А ты еще хочешь дуэль? Сколько можно? Я без тыльник даже в играх. Ну отлично. А я на тряпке. Бульбич, ты что там? Поехали. Не, ноль шанс. Не, ноль шанс. Тихо, Бульба врывается, Бульба врывается. Да все, ребят, не, меня-то за что? Какие дуэли? Я поехали, поехали. 2-2 давайте дуэли. 2-2. Кто дуэль? Я дуэль. Я знаю, Сайку еще разочек выиграть. Давай, 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 да, Кегах, я тоже сейчас. Сейчас, сейчас. Бульбич живет, Бульбич живет. Живет прям точно? Живет, да? Оп, оп. Оп, 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 оп. Ну-ка, ну-ка, оп. Оп. Блять, камень не сделал. Слушай, Кирюх, ну, я думаю, можно за старание, да, человек старался. Да, видно, что пока, конечно, руки из жопы, но состарался, я думаю, можно все-таки пуху подогнать, можно. Это ты продыка, продыка? Погоди, а тебе разве лоялки, Кирилл, хватает дарить пушки? Да, мне не было. Лоялки не знаю, а какая да. У меня 28-я. С 30-й лоялки, если что, пушки только дарить. Я не могу подарить. Придется тебе, что ли, Сань? Да, да, но у меня ведь твои 15 тысяч. Которые... Подожди, а как называется пушка? Как пушка называется? Поздравляю, поздравляю. Так, кто дуэль заказал? Какой-то фир, я не вижу, где этот челик. Да, я не могу дарить. Да, ой, ты не можешь, ты не можешь. Ну тогда... Да? Да, тогда к тебе, Саня, вон это. Да, да, да. Саня, Саня, давай в ПВЕ сейчас. Так, чтобы передамажу, подожди. Надо в ПВП сейчас доказать, доказать. Сейчас с Варлоком, с какой-то Варлок заказал дуэльку, сейчас с ним сыграем. С собакой там все дела, серьезный человек. Фул ПВП. Фул ПВП, да-да-да-да-да. Это жесткий чел. Amazing, amazing. Это жесткий Варлок, стопундово. Это Шиг... Хаги-Ваги. Это Хаги-Ваги, да. Ну... Хм. Поехали, блин. Так, ну все тогда, мои бабки у Сани. И пушка. О, Яхусик, Сани, Яхусик, где ты, дорогой? Я погнал, ребят. Всем спокойной ночи. Давайте. Давай, спокойной ночи. Веселись. Чтобы я не жалел, что ушел. Спасибо, дорогой.